8 августа сводная команда добровольцев из поисковых отрядов прибыла в деревню Андреевская. Задача перед участниками мероприятия стояла объемная, но выполнимая – прочистить от лесных завалов 4-километровый путь к уникальному для Подмосковья памятному месту. Здесь, в лесах и болотах в районе озера Глубокое, в 1941 году находилась и активно действовала база русского партизанского отряда. Поисковики уже несколько лет водят группы школьников и общественников к этому месту партизанской славы.